Спрятались они, спрятались. Ждут нарушителя. Хотят нести службу в соответствии с законом. Хотят статистику пополнить. Но это в лучшем случае статистику. А там черт его знает. Потому что они сюда совсем не за протоколами приехали. Добрый вечер. Чего нарушаем, Андрей Петрович? Только направо. Поторопился. А вы хотите налево. Поторопился. Сами не стал в район, да? Да. А здесь какими судьбами тут? Я живу сейчас временно здесь. А, вы здесь сюда приехали, да? Да, да, да. Пойдемте выпишем, 1500 рублей штраф и поедете дальше. А, что делать? Куда, назад? А, сюда. Добрый вечер. Приветствую, Андрей. Что-то он у меня сегодня не сильно добрый, чувствую. Мелочи в жизни, как я говорю. Сам в Воронеже живет? Да, да, временно. Ну, просто прописан стал. Да. Что скажешь? Ну, что говорить. Если как-то можно обойтись без бумаг? Можно. Каким образом? Обычно. Так 1500 штраф. Официально. 1500? Да, за поворот налево. Не знаю. Нормально. Ну что? А что, тебе рад, ты таксуешь? Нет. Ну просто с этими Сибишка стоит с дальнобойщиками. По трассе удобно. Да и по городу. И по городу слышно, как по трассе разговаривают? Не, ну по городу тоже. Вот сегодня ехал в пробка, например, на Северном мосту. Я раз по Чернавскому поехал. Говорю. Все в теме. Ну да. Хорошо. Ладно, как говори. Ну, говорите, я не знаю. Не, чтобы желание с возможностью. Сам ты работаешь? Работаю. Okay. Продавцом. Что продаешь? Автозапчасти. Воронеж? Да. Не такая еще старушка, 99-й год. Это не мыл полгода.
Бумаг тебе не нужны? Да нет, не хотелось бы, конечно. Да-да. Сейчас тогда это самое, у меня бумажник в машине. Быстрее. Только карточка, у меня и стока нету. Ой, что ж ты так? Ладно, друг. Не буду тебя наказывать сильно. Ну, спасибо, если не будете наказывать. Здравствуйте. Ну как у нас диалог проистекает? Дружественной обстановке. Дружественной обстановке. Фамилия ваша? Моя Верещагин. Верещагин. Отлично. Какие движения? Восстановление напишу сейчас. Движения вот. Устал. Движения вот такие. Вот такие, да? Да. Весело. Занят. Ладошка не играет Верещагин у нас. Здравствуйте. 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 Ну что там? Ну что, китар. Итак, ну я не знаю, или 5000, или 500 рублей, вот так просто. Ага, показали. Здравствуйте, здравствуйте. Что сейчас было, расскажи, пожалуйста. Послал человека за страховым полисом, пока не принес. Выпишу квитанцию, отпущу, все как положено. Ага, а 500 рублей хотели или что? Даже разговора не было. Разговора не было. А зачем тогда водителя отправили? Какого? В машину. За страховым полисом. За страховым полисом. А что такое было, вот так вот было показано, что это? Я не показывал. Вы не показывали, да? Нет, я попросил страховочку принести. У вас камера тут выключена, я так понимаю, да? Она самостоятельно включается. Нет, камеры нет. Инспектор сказал, что все нормально, то есть тут ничего не пишет. А, ну он это произнес? Да. Все, на, все, ну, все нормально, он сказал, да, записано все. Ага, понял, хорошо. Ну тогда нам ответственность нужно сюда вызывать. Вызовите ответственного. А вы у нас какой? Второй батальон? Да, вот ворон штангов. Ага. Вызывайте, ну, ответственного сюда. А вы можете тоже представить свои показания? Гражданин Серов Вадим Юрьевич. А, мы вас знаем, прекрасно. Вы с нашим Виталиком, с Чекаловым разговаривали. Да, знаете? Да, 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 конечно. Хороший человек. Хороший человек. И Майгуров. Да, это он напарник. И вас, мы ваших вот коллег останавливали. Вот, они с нами тоже пообщались хорошо на красном
Mitsubishi Lancer ездит. Два ката, вот. Они прям со мной, можете даже вот у них спросить, и говорит, вот инспектор Верещагин, такой вот человек, и он вам все скажет нормально. Просто скажите, вот вы здесь находились, спрятались за сугробом. Ну, сугроба не видно. Ну, здесь вы спрятались, ну, Вадим, спрятались Вадим. За сугробом. И по какому нарушению вы работали? Вы долгое время здесь находились и ровным счетом сидели в машине, ничего не делали. Да, и только непосредственно, так скажем, свою попу оторвали от сидения, тогда, когда гражданин нарушил. Я объясню ситуацию. Угу. Просто нужно написать бумаг. Угу. Вот, на самом деле. У нас на трассе темно, очень темно. Есть только фонари, где заправка Лукойл, но там скорости бешеные. Остановить машину негде. Ну понятно, то есть вам нужны материалы были, вы приехали за материалами. Да, но ну, надо сейчас чуть-чуть ждем, пусть хоть поток спадет, понятно, чтобы понятно, написать хотя бы материалы. Угу. И потом уже просто выдвинуться ближе. Еще один освещенный участок у нас на 25-м километре. Но здесь же вы второй батальон, здесь еще Воронеж. Вы здесь не должны находиться, я так понимаю? Нет, мы отзваниваемся в дежурную часть, буквально 100 метров от своего столба отъезжаем. Угу, ну, здесь будет светло, нам разрешают рядом с трассой. Мы в город не едем никуда, нам это... Скажите, ну, Виталик ответственно тоже. Вызвали? Ну, сейчас позвоним. Вызывает. Приедет Алексей Кретинь, он у нас по батальону сегодня ответственный. Ответственный, да? Да, взводный, отлично. Он на постах там в горах находится. Он был в курсе, что мы вот от трассы 100 метров отъехали. Не, я понял. Мы просто скажите, заявление напишем. Вы с чем в суд собираетесь идти в случае того, что человек обжалован будет? Вы знаете, как с тем, что здрасте, я зафиксировал? Нет, я вам объясню ситуацию. Вот, вы имеете в виду по поводу регистратора? Ну вот, вы остановили человека. Чем вы нарушение вы меняете? Как вы докажете правонарушение? Если честно, не позаботились даже об этом? Нет, тут идет уже... На дурачка? Нет, называется. На нормальных отношениях. Не, ну есть правовые просто отношения. Тут не, ну когда человек... Нормально. Правовые человек, отношения. Когда говорит, да, предоставьте мне видеофиксацию туда-сюда. Ну мы, знаете, слабо оснащены такими вещами. Поэтому очень... Вот как раз наши ролики некоторые этому и посвящены, что на самом-то деле доказать нарушение гражданина очень сложно. Потому что вы не оснащены. Да, да, да. Очень... И об этом должно государство заботиться. Получается, у нас в нарушении закона все, как всегда, идет. Начинаете голословно обвинять. А чтобы обвинить человека, должно быть какое-то доказательство. Не обвиняемо, так что... Ну, вы когда говорите, нарушил, говорите. Нарушил, значит, есть обвинение. Есть же презумпция невиновности. Человек всегда может ей воспользоваться. Мы сейчас просто... Ты заявление будешь писать по поводу ситуации? Да. Просто элементарно. Про презумпцию невиновности мы о чем говорим. Алло? Ну, а что, говорит, я не нарушал. Я сейчас немного не могу говорить, я сейчас на этом берегу попозже, хорошо? Я видел. Давай. Вы сейчас ко мне подойдете, скажешь, я видел. Ну, это да, это равнозначно. Когда есть, да, все, видеофиксация. Ну, соответственно, нет, задача другая. Материалы здесь не сделают. Почему? Ну я говорю, только на дурачка. Как правило, знаете, оно нарушают люди. У него там то номер грязный, то еще что-то. Ну, идешь навстречу, пишешь за нечитаемый там, ну там вот так вот. Как бы. Тут много, и без одной фары, и тут просто светло, да, нормально. Да. А у нас очень темно, на трассе очень темно. Вот. Плюс скорости. А это у нас по Тамбовской, вы же, да, все правильно. Скорости летят такие, что да мы вот дальше 100 метров никуда. Единственное, это если перекусить, заезжаем. У нас тоже даже негде покушать. Оттуда как раз вот ехать. Машину видно только вот, начиная со стекол. Не видно вообще. Автомобиль очень-очень-очень и очень плохо. Ну, сугроба никакого тут. Ну да, это кажется. Никуда даже. Если, знаете, вот за стенд поставить машину, вот это уже не, считает... Не, ну вы закрыли бы полностью, а здесь участие автомобиля. Не, вы должны быть видимы для всех участников раздвижения. То есть по-хорошему я вы должны были встать проехал, посмотрел на видимом участке. Я тоже все на видео не есть. Видно нормально? Нет, плохо. Вообще. Не то, что плохо, а вообще не видно. Практически под фонарем. Вот если нет, бы встали вот фонарем, здесь, вот тогда бы... Вас было бы видно реально. Вы если бы даже встали бы лицом бы туда, вы бы, соответственно, смогли бы фиксировать правонарушение. Да.
А так здесь получается никаких ни доказательств, ни позаботиться. А так тоже, вот если станешь вот так лицом, некоторые люди начинают задать вопрос, а почему вы стоите по ходу движения, вернее, против движения, понимаете, тоже вы двояко. Можете включить проблесковые маяки и отступить это от правил движения. Тем самым вы себя обозначите, будете видимо для всех участников движения. Что значит отступить, а что всех мешает стать лицом туда? Ну, знаете, у всех полагают. Не, ну даже если вы отступаете, вы можете всегда включить. Максимально видимым этот дурак писал, наверное, да? Нет, еще. Олег, дай. Ау. Вот дежурный звонит, 42-й километр, что-то там стрясло. Можете позвонить, вот 247-54-23. Что-то там у нас стрясло сейчас. Сейчас пока не знаю, вот он звонит. Так, а ответственный находится там же, в батальоне сейчас. Ну, вот он приедет сейчас, да? Нет, он пока не может тоже вот сейчас звонить. Нет, когда? Ну, нам как, телефон доверия тогда звонит, тогда вызывать ну, ответственного, и все. И давай, все. Звоните, пусть через УВД тогда идет. Здравствуйте, соедините, пожалуйста, с полицией. Да? Полиция звонит, может, да нет, смысл сейчас не ехать, сейчас не нужно. А стоит? Это ради бога. Ну, ответственно, позвонить? Да, конечно. Да, сказал, что он не хочет, ему нужно звонить в полицию. Нет, сейчас я наберу, может, он еще подъедет. Ну, вы наберите. Хорошо. Потому что Вадим уже стоит. Звоните, пусть он подъезжает. Пусть он подъезжает, звоните. Хорошо, пока звоните. Звоните. Здравствуйте. Как нам вызвать на место ответственного по городу, заявление написать на сотрудника полиции? Предлагал решить вопрос, не составлять протокол, так скажем. Чтобы не составлять протокол, решить это дело. Водителя все верно, да. Из батальона выехал, сейчас подъедет. Пока да, конечно, звоните, да, хорошо, конечно. Опиши ситуацию просто. Так, сейчас скажу. Метро, магазин Метро. Это какая у нас улица идет? Ну-ка, открой. Где Метро? Где Тойота Центр? Прямо напротив Тойота Центра. Вот у нас и покидает экипаж. Покинул нас экипаж. Мы здесь находимся, экипаж, скажи, уехал, мы ждем. Какие мы машины? 0391. О, 0391. Номер машины. Ford Focus, только что уехали, скрылись. Они направились в сторону Остужевского кольца. То есть, как ехать с Тамбова в сторону кольца Остужевского. Все, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Вы видели сами картину уже, как инспектора просто тупо уехали, не стали дожидаться никого. И причем, прошу заметить, они не составили никакой материал абсолютно. Ну да, потому что, как я им сказал, им как бы в суд они с чем пойдут? Вот с этим вот. Да. Все. Ну, ждем, какой результат, что там дальше будет. Смотрим дальше. Как дело в данном районе? Слушайте, да? Я выезжаю, значит, от Citroen центра. Там стоит знак «Только направо». Я нарушил, торопился очень сильно, пересек сплошную, двигался в эту сторону. Вот, инспектор вышел, махнул жезлом, сюда меня припарковал. Вот. Ну, подошел ко мне, что нарушаете, торопился. Ну, пройдите в машину. Передал мои документы инспектору, который в машине сидит. Вот, я сел в машину. Значит, дальше следующим образом диалог происходил. Инспектор документы мои посмотрел. Так, Андрей Петрович, вы из Сталовского района? Я говорю, да. Так, ну что же вы нарушаете что-то это самое? Я говорю, не тороплюсь. Вот. Ну, думайте и смотрите на меня. Думаю, ну что думать? Ну, официально это стоит 1500 рублей. Вам нужны эти бумаги? Я говорю, да нет, бумаги не нужны. Вот. Он показывает вот так мне. Вот. Я говорю, да нет, как бы не готов я такую сумму. И денег нет на самом деле столько с собой. Ну, что, тяжко? Где работаешь? Я говорю, там-то. Да, тяжко. Показывает вот так, 5 пальцев. Вот, я говорю, ну хорошо, сейчас я это самое...
кошелек у меня в машине, вот, вышел в машину за кошельком, ну и тут, в принципе, вот мои товарищи подошли к инспектору, они испугались, тут что-то... Ну, единственное, уточню, что он документы тебе сразу отдал, я так понимаю, да? Да, документы документ сразу отдал, да? Как бы я только за деньгами пошел. То есть даже материал не доставал? Угу. Вот. Ну, то есть факты передачи. Данный сотрудник, у вас есть данный жетон, там камера сотрудника, я записал. Верещагин, ну, видео есть, Верещагин как бы, все полностью, фейсы есть. 0391 есть. Экипаж, он 0391, да, Ford Focus. Видео есть, и у меня еще хорошая такая есть привычка, я всегда с диктофоном езжу. То есть диалог, в принципе, все записан. С инспекторами, по сути, в машине, правильно? Да, в машине. Ну, готов изложить, в принципе, на бумаге. Конечно, как раз взять на бумаге, написать заявление, чтобы провести проверку. Да, но факт, потому что есть подтверждающиеся записи. Да. Ну, да, доступно, мы все знаем, все мы тут юристы собрались. Ну, данные записи не являются. Чем? Доказательством? Да. Ну, по крайней мере, мы же не обвиняем никого. Мы как бы говорим о вот ситуации. Пусть разберутся. Никаких обвинений. Работники с УСКом сейчас будут приглашены, то есть мы вас выслушали. И ситуацию сейчас все будет. Просто чтобы вы считаете, что руководство разобралось в ситуации, приняло решение. Сотрудники, да, непосредственно дали свою оценку. Просто самое главное, мы в итоге документы гражданину вернули. Я уехали, составили. Материал не составили никакой, уехали, скрылись, то есть как бы затягивали всячески. Ну, в общем, как-то странное поведение. Двое сотрудников. Двое сотрудников. А в транспорте какой не было машины? Ford Focus. Это второй батальон. Второй батальон. Который областной. Который за городом. Должен быть. Ну, по месту дислокации, как они сказали, сюда направили. Так, у нас это не... Причем, хочу обратить внимание даже, как они находились, располагались. Они здесь скрывались за вот этим сугробом. Да. То есть даже не позаботились о видеофиксации правонарушения, чтобы обеспечить доказательства. Да, ну, каждый сотрудник в машине находится в видео. Не-не, я вот специально у них нет. Я спросил, говорю, а вы с чем в суд пойдете, если человек оспаривать будет... Не с чем. Говорит, цели не было, абсолютно. Ну, говорит, ну, максимум там, конечно, не говорил он своими словами, там, типа, развели или что-то. Ну, выписали бы там за грязные номера, если человек слишком грамотный. То есть вот так, то есть наши дальнейшие действия сейчас какие будут? Сейчас, естественно, подъедет Следственный комитет, я буду проводить проверку в отношении. Угу. Данный экипаж. Ну, уже направлен, да, следствие комитет? А экипаж сейчас должен вернуться? Конечно, да. Конечно. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Добрый вечер. Значит, вы не против, мы будем освещать видеосъемку? Да, ради бога. Спасибо большое. Я следователь Следственного комитета железнодорожный район города Воронежа, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, старший лейтенант юстиции Кельник Александрович. Что у вас произошло? Гражданин, виновник нет, обратился по телефону, что с него сотрудники ГИБДД помогали денежные средства. Ну, я объяснил, инспектора предложили пройти по автомобилю. Я вас услышал, поступим мы следующим образом. Сейчас произведем осмотр места происшествия. Соответственно, вас я прошу проедем к управлению Следственного комитета Железнодорожного района. Я вас там и прошу, соответственно, пояснить ему все обстоятельства тоже. Ты сказал о своей великолепной привычке диктофон. Кстати, у меня хорошая привычка еще, я всегда с диктофоном езжу. То есть хорошо. Разговор, который происходил в салоне, все есть. Отлично. Диктофон. И материал в итоге составлен не был. Да, материал не был составлен. Да, они я вас услышал, то есть диктофон у вас при себе. Да, это да. Вот ваш автомобиль, я так понимаю, да? Я вас услышал. Хорошо, сейчас мы сделаем осмотр места происшествия. Просьба сотрудника отдела полиции номер один, понятых нам пригласить по возможности. Да вот мы, Но мы заинтересованы лица. Нет, не понятых, говоришь, не гражданских лиц. Ну, понятых, я могу же пойти. Да нет, только посторонние люди. Дальше, сейчас, соответственно, понятых, соответственно, найдем. Здесь был или нет? Да, вот здесь, вот на этом месте. Вот машина здесь. Ихняя машина она стояла, стоит, где вот сейчас Некса стоит примерно. Хорошо, сейчас две минутки, соответственно, находим понятых и начинаем, соответственно, действовать.